Это сыроежка. Называется сыроежка. Ножка толстая, видите? Прелестная. Сыроежка. Я не один раз думала, почему называется сыроежка. Потому что ее можно кушать сырой. Ну, почему мы ее не берем? Потому что они очень хрупкие. Их не довезешь. А нам все-таки ехать. Поэтому кто-то сорвал, и я решила показать вам. Прекрасная сыроежка. Прекрасная. А и по всей видимости ее уже начали. Она очень мягкая, и там уже много червячков. Червячков уже много. Поэтому оставим, пусть она растет здесь. Пусть она размножается спорами. И будет много сыроежек.